этот раз на участие в турнире прибыли команды сразу из нескольких муниципальных образований края – Крымска, Новороссийска, Краснодара, Сочи и Абинска. В соревнованиях принимают участие мальчишки и девчонки с 3 по 8 классы. Команда Анапы – один из основных претендентов на победу. На данный момент сейчас ребятишки у нас выезжают на первенство Краснодарского края. Мы приехали с Гулькевича по 2006-му. Девочки у меня стали призерами 2-3 места. Я считаю, это очень хороший результат за 4 года. И были мы в Курганинске, мы тоже стали призерами первенства Краснодарского края. Поэтому, еще не первые места, но мы уже подбираемся к ним. Соревнования продлятся 2 дня. Будут подведены итоги в групповых и индивидуальных играх. Этот турнир станет частью серьезной подготовки к другим важным соревнованиям. Уже в конце этого месяца наши спортсмены примут участие во всероссийском юношеском турнире по бадминтону, который пройдет в Орехово-Зуево.